Губернатор Приморья Олег Кожемяка поручил доукомплектовать средним медицинским персоналом Артемовскую городскую больницу номер 1. Поводом для визита губернатора стало открытие отделения гемодиализа. Оно действует на базе многопрофильной поликлиники горбольницы. Жизненно необходимую медпомощь получают 5 пациентов. Троих из них доставляют из других населенных пунктов служебным транспортом. Он будет работать 6 дней в неделю, что даст возможность всем тем больным, кто с гемодиализом здесь зарегистрирован в ближайшие округе, получать качественную медицинскую помощь, получать эту услугу. Ну, кроме того, здесь очень хорошо сейчас внедрили амбулаторную хирургическую помощь, делают ряд операций, вот, где человек не из стационара, а в общем-то амбулаторно больной, может прийти, выполнить операцию, полежать 2-3 часа и вернуться домой. Причем делаются операции как наркозные, так и безнаркозные. Вот, поэтому мне кажется, что это очень хорошо для такого рода больницы и поликлиник. В больнице губернатор пообщался с сотрудниками и пациентами, узнал, какие новые услуги сейчас внедряют в учреждении, какой отклик работа врачей получает у населения. Одной из тем для обсуждения с сотрудниками больницы стала нехватка среднего медицинского персонала, в связи с чем Олег Кожемяка поручил усилить штат необходимыми кадрами.